Кино на ТВ-РУС. На первый взгляд, они две дружные семьи. Ты вышла сама при мне, я обнимаю Аню при тебе. 3 лишних года ранее. Зачем ты сейчас это говоришь? Сегодня ты говоришь Винсану, а я Аня. Но предательство находит себе место даже в самых крепких узах. Ты сейчас сломала 3 жизни. Что происходит? У меня был мужчина, с которым мы встречались 3 года. Я Винсану сказал, но он своей жене нет. Ты что, об этом хотел с Игорем поговорить? И когда уже невозможно так жить дальше, все заходит в тупик. Я пришел домой, собирался сказать. Пошел вон, трус. Ты боялась, что я буду тебя осуждать? Но мне почему-то вообще в это не верится. Вообще, как ты меня задолбал. Больно хоронить свое счастье под обломками разрушенных судеб. Ты мне врешь? Хочешь, чтобы я ушел? Мне тебя жалко. Себя жалко. Виктория Исакова, Елена Лядова, Никита Зверев и Владимир Виноградов в многосерийном фильме «Крыса» в пятницу на ТВ-РУС.